Всем привет, ребята, с вами Геймер, канал Геймич. Лего Бэтмен 2, да. Мышку в сторону и летим, куда летим? Летим, значит, сюда, да? Летим, значит, сюда, а еще, где мы вообще находимся? Где мы находимся? Прикол, ага, мы вообще за картой где-то. Понятно, понятно. Короче, мы летали в какой-то другой город, я понял. Блин, надо бы боссов пособирать. А сколько у меня денег? 376. Не, надо попроходить сюжетку, чтобы потом можно было купить себе всех боссов. А то 500 тысяч на одного, 100 тысяч на второго. Да? Готэм нуждается в Бэтмене. Our very own superhero to save the day, and yet the Caped Crusader is nowhere to be seen. Batman, if you're listening, this is a Batman, ты слышишь? Город тебе нуждается, Готэм в тебе нуждается. Creeps on every corner. Clayface, Two-Face, all these dudes with weird faces. They're out and they're causing trouble, and we need you to stop them. Come on, get back here. Ну я же говорю, у нас будет битва за Кибертрон, да. В плане, сейчас будет битва за Готэм. Блин, надеюсь, третья часть будет с переводчиком. Джокер-бот. Джокер-робот. Так. Правильно? Правильно. А погодите, а в смысле Готэм нуждается в Бэтмене, если это Супермен? Я, кажется, не то сломал. А, я то сломал? Прикол. Не понял. А, за Бэтмена, а Бэтмен стреляет, да, таким? Ну, давай. Ага, вот как оно работает, понял. То есть тут четыре, как бы, пластины, которые надо сломать, потом уже сжечь их. Капец. Ну реально было бы удобно, если вдвоем. А что такое? Алло! Ты чё? А ну это можно сломать? Блин, нет. За Супермена легче вот это делать. У него лучи куда мощнее, чем пулеметы у этих сраных вертолетов. Тут и вертолеты Джокера, и Лютера, вообще. Вообще ж не вообще, ты понимаешь? А чё я не могу попасть по ним? А камон, а чё не так? А чё случилось? А, стой, вот это надо, вот это надо, вот это надо, вот это надо. Вот это тоже надо. Это наверху, да? Не, внизу. А чё я не могу вообще попасть по тебе? Ага, всё, могу. Это сколько я? 4 сбил или сколько? Сколько я шаров сбил? Погоди, погоди, я все проверю. Короче, больше нет. Не, возможно, сейчас появится, типа, выпадут с этого робота. Как вариант, как вариант. Возможно, с вертолета выпадут. Куда вы там? Так, ну, первый. Да, блин, жги их уже. Геймпад нужен, срочно нужен геймпад. А, блин, а с ним никак, да? А его негде взять. Обломали меня. Не страшно. Я уже закончил. А кого? А, в смысле, кого куда жечь? И что такое? Это куда? А это в смысле? А что за приколы? Зачем мне тут ракеты? Курица. Курица. Жареная курица. Чекпоинт, слушай, чекпоинт. Так, значит, стреляем. Это зачем собрали, я не знаю. А, это отстреливать типа вертолеты или что? А как понять?
Ага, реально вертолет отстрелил. Чтоб не мешало, да? Понятно. Так, а где-то ж еще что-то надо, да? Скорее всего, с другой стороны. С другой стороны, вот здесь вот где-то. А что не так? Другой вертолет прилетел. Так, ну здесь Бэтмена надо. Блин, ну реально тут Бэтмена надо. Где-то у нас Бэтмен. Аккуратно, убьет. Так, и вот так вот делаю. Все, готово. Ну, конечно, надо потушить, блин. Конечно, куда же без этого. Собрать. Оно так комфортно стоит. Ой, сейчас упаду. Ну, по. Так, а это как-то... Ударная волна. А я могу... Погоди, я ж могу так ударить. Ага, все, не работает. А, так нам сейчас, скорее всего, дадут возможность как-то взорвать, разломать неизвестные кирпичи, короче, которые за шуток будут. А, это Лютер? Блин, что ты пугаешь меня? Смотрю, какая-то турелька, а там человек сидит. Ага. Да, блин, бей, 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 тяни, 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 тяни. Все. Это что, с криптоном или что это? В чем прикол? Раз, чекпоинт. А, так, теперь два жжем. На, не мешай. А в смысле ты не жжешь? А что тебе мешает? Ой. Ой. Бэтмен, ты что, не все сломал? Вот дурак. Реально, блин, не все, не все ломает. Прикол. Да залезь. Вот так, все. Все, все, спокойно, она сейчас взорвется. Погоди, дурыли. Все. 7. Капец, 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 капец. А, ну все, я не заберу, да? Там же надо какого-то особенного Бэтмена. А, с этим, да. С звуком, сверхзвуком каким-то. Но у меня такого нет. А ты погоди, что, по воздуху прыгаешь? Хорош! Ля, Бэтмен летает. Бля, Бэтмен летает как Супермен, слушай. Бля, прикол. Прикол прикольный, мне нравится. А ты можешь вообще просто подойти и долбануть? Кстати, у меня кнопки опять не показывают, да? Знак вопроса стоит. Ну да, конечно. Смотри, 56 тысяч за одну миссию. Это ж красиво, да? Может даже больше. Это что такое? Оу, щет. Супермен падает. Что, Бэтмен за ним пойдет или как? Хам, хам, хам. Не попал. Не попал. Не попал, Мазила. Бля, Бэтмен летать умеет. Бэтмен умеет летать, мы это видели. Сейчас Бэтмен полетит, как Супермен, и заберет его. Это тайный брат... кого там, папиной сестры. Бля, реально летать, я тебе о чем говорю. Хоп, схватил, хоп, полетел. Погоди, ты с этим костюмом был разве? А че я тогда не мог нажать? Нет, ты с другим костюмом был, что за прикол, О, говнюк. Фига себе, бомбан. В порядке, да. Но криптонит это не мое. А ты умеешь летать? Все бывает впервые, мы умеем летать. Все, уровень пройден очень быстро. Обратно на землю. Что у нас тут? Блин, показывает камера. Вот в чем прикол, она сейчас показывает. А на самом деле она бывала у меня перед записью сбоила. Вот чтоб ты понимал, я врубил камеру, да, она не работала. Я ее тыкаю, она работает. Потом бац, через время опять сбоит. Бац, не работает. Сейчас вот сколько записываю? 15 минут, она все работает. Так что я тебя предупредил, если что, она может отрубиться. Если отрубится, я, разумеется, зайду, конечно, проверить, может, отправить, но все же это может и не скоро быть. Надеюсь, она не отрубится.
Если отрубится, то я же говорю, потом придется поправлять. И то, это когда я тут замечу, когда захочу зайти проверить. Что ждем? Ага. Загрузка — это хорошо. Возле метро. Ты видал, возле метро. Давай тогда рядом какого-то босса загасим, сразу купим его, чтобы не было никаких таких приключений. Крэшленд. Вот как раз... Нет? Я думал, у пингвина будет, нет? Где мы? Ага. Так, давай поблизости. Что у нас поблизости? Так, маркер, сканер... Ага, сканер Аяди. А я кто? Ага. Давай к инопланетяне, значит, сходим. Чтобы нет. Где у нас инопланетянина? А чё? А чё ты не умеешь летать? Так, погоди, ты ж умеешь летать. Что за прикол? Ля прикол. Он теперь не умеет летать. Офигеть просто, у меня Супермен разучился летать. Soon all worlds will be mine. Я тебя не помню, так что закрой рот и сдохни. На, все, готов. Что с тобой? Бля, 500 тысяч! Иди нахер! Что так дорого? Чего все такие дорогие? Гнали к пингвину. А, к пингвину надо залететь! А как я к нему залечу? Никак. А где двулики был? А двулики здесь был. А к этому тоже не вариант. Где, куда мне вообще идти-то? Блин, а прикол, куда мне идти? Где находится? Ева! Что так далеко? А что так далеко-то? Давай сюда. Куда мне тут идти? Бля, не бей его. Где у меня маркер? Маркер где-то там. Кстати, может собрать? Не, нельзя. Ты кто? Ты хороший, я понял. Тук-тук-тук-тук-тук. Бежим. Бежим. Как поменять персонажа, блин? Экстракт, код лог, френд, какой-то код, прям. Разумеется, тут мне не покажу, да? Контроль. Я хрен его знает, как менять персонажа. Вот здесь вот точно надо проплыть. Только если я смогу, конечно, проплыть. Так, ты не утонешь сейчас же? Вот, хорошо, спасибо. Как плыть? Ага, вот так. Погнали. Ню. Казалось бы, у нас тут битва с масштабными роботами, там вот все спецэффекты вообще на высшем уровне, а я тут на уточке плаваю. Так, мне теперь туда надо, на кораблик. Опутите я на кораблик. Опутите на кораблик. Кто-то орёт. Не страшно. Я тебя не боюсь. Ари сколько влезет. Бля, утонет. Серьезно, утонешь? Или не даешь проплыть? А, просто не дает проплыть, ладно. Собака. Дайте вылезть, спасибо. Хоть как-то. Блин, да ты задолбал падать. Топ-т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 оп
Ага. Раз. Два, три, четыре, пять. Блин, не мешай. На. Последнего-то, блин. Что такое 5-4?
Не туда вылез, типа. Они по прямой стреляют, им легче, слушай. Что такое? Что случилось? О, красный куб. За 50 тысяч? А, так их надо было покупать, наверное, да? Блин. А там еще что-то встретится, слушай. Блин, там же что-то светилось, я все видел. Уже нет, светится, ладно. Типа, типа сейчас еще попробуем одного убить. Ну, еще один кружок, ну так, да, да. Так, 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 так. И вот так. И че? Не дали? Там уже не светится. А там светится что-то, глянь. Ну не может же оно там просто светиться так. Вот оно. Вон на дне оно, блин. Как мне его забрать? Фиг его знает, да? Блин, Бэтмен, ты-то нафига сюда приплыл? Мне ж на тебя переключиться надо. Оп, легче. Ой, бля, а как я здесь? А как? А как мне выбраться? А как мне выбраться, алло? В смысле? Прикол. И чё теперь? А как? Есть. Тут есть где-то поворот, нет? Вот это? Нет. Сюда. Бля, заебусь. И там, глянь. Карл. И здесь не дадут, да? Конечно, мне здесь не дадут пройти. Предлагаю перезапуск. А, стоп, ты нырнул? А так можно что ли? Ты как? А ты как тут оказался? Бетьмен. А ну. Блин, как ты нырял? Нырни сейчас, пожалуйста. Не хочешь, как хочешь, все. Мне надо перезапуск. Как перезапуск делать? Умел бы ты летать, блин. Вот не вовремя ты отказался летать у меня, реально. Ну ладно. Ладно, ладно, ладно. Перезапустили, запустили, запустили, лили. Нам, в принципе, по пути, так что погнали, возьмем этого пингвина, попробуем чекнуть. Что как вообще у него там, как дела, скажем, спросим, типа нет. А он покажет ближайшего этого или нет? Ага, не ближайшего, ладно. Пингвин где-то тут показывает. А, его уже не видно, кстати. Так, это, наверное, потушить надо? Нет? Давай машину возьмем. Ну типа, мне еще далеко ехать. Идти ехать, так что бы и нет. Ну хоть Робина будет, что бы и нет. Что бы и нет, что бы и нет, реально. Где тут Робина машинка? Оп, Супермен поехал. Что такое? Бэтмен мешает, ты что, на приколе? Бэтмен настолько жирный. Так, у нас дед пингвин. Помнится. А чё я не могу никак на это попасть? Прикол. А как к нему попасть? Непонятно, да? Ладно, поехали тогда отсюда. Куда мы тут едем? Направо. Направо. Налево. Аккуратно, 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 аккуратно. Так, Вадим, мы кругаля сейчас дадим, не? Ага, вот тут не стоп, не понял. Понял. Понял, 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 все понял. Раз. А чё он не жжёт? Ты вот сожгло. Во! Во, садись. А садись, говорю, кому говорю.
Бэтмен, не мешай. Я и так не могу ехать. Погнали! Вау! Раз, два, три, давай, четыре, пять, вспоминаю GTA, шесть, семь. Так, Бэтмен нужен. Тут нужен Бэтмен. А если он тут нужен, то он тут нужен. Значит, мы идем здесь. Раз, два, три. Куда дальше? Четыре. Так, запрыгиваем. Пять, шесть, семь, восемь. Тихо. А, больно упал. Шучу, мне не больно. Сердечко-то не ушло, значит, все нормально. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Да, давай, бей. Костюм меняю. Значит, теперь я электрик. Табра, что ты падаешь-то? На самом деле, Супермен бы это легко бы уже сделал. Ты чё падаешь, блин? Не беси. Аккуратно залез. Аккуратно прошел. Прошел, я сказал. Вот так. Так, теперь что нам надо? Ага. Так. Почему оно светилось? Он до сих пор светится. Нет? Не, не светится. Типа из-за этого оно светилось? Намек, что там активирует костюм и все. Но меня не взорвет, да? Вот это хорошо, что оно теперь не взрывает. В первой части оно взрывало, это было плохо. Блин, там еще я вижу для Бэтмена работу. А, или это мне сейчас надо будет? И там работа для Бэтмена. Так, а ну долетит? Не долетает. Ладно. Слушай, а здесь уже кучу костюмов надо использовать. Вообще вот куча-куча. Куча-кучи. А летим аккуратненько. Аккуратненько, я сказал. Это какой у нас? 88-й, 88-й. Это хорошо, это много. Это много. Будет еще больше. Наверное, не знаю, может, надоест. Что у нас там? Можно как-то посмотреть? Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Не так, вот так. Не туда. Сюда. Что это такое? А ты как это делаешь? Прикол. Так, а ну. Блин, там непонятно, что находится. Сюда, туда. Не долечу, да? Или долечу? Давай сюда попробуем. Мяу. Бля, что, серьезно, не долетел? А как туда туда? Бля! Шмяк, это было про меня или что, я не понял. Я так что Супермена оглушил, не страшно. Не умрет от этого. Ух ты ж ё, чё так много-то? Хотел сюжет пройти. Прохожу опять дополнительный контент. Тихо. Спокуха, спокуха, братуха. Давай не бунюнь! Будянишь, блин. Давай спокойно. Раз, два, три, четыре. Опа, акробаты выли. Раз, два, три, четыре. Оп, шесть и пять упали. Вот теперь красиво камеру повернул, а можно было так сразу, нет? Блин, ну реально для джойстика создана игра, ну как я могу это протерпеть на ПК? Тихо! Погор! Спасибо. А, бум. А, понял. Так, а ну? А ну не хочешь бомбить? Так легче, чем стоять. Куда ты, блин, летишь? Ты чё? Уже на своем языке заговорил. Опять? А не буянишь, тебе намек налево. Слушай, прикольный намек. А если не долечу опять? А я долечу, кстати. Вот теперь главное не упасть. Главное не упасть. Главное не упасть. Вообще никуда не падать.
Хорошо. Опять взрыв. Да, смотри, тут одни локаторы нужны и взрывные. Бум! Бум! А так, типа, я не мог бы прыгать, да? Понимаю, понимаю. Конечно, конечно. Готово! 412 тысяч. На одного перса может хватит, но не больше. Не более, не более, не более. Блин, странно, камера еще работает. Что за прикол? И надо разогреться. Не понял. А каких пор? А как я к тебе пришел? Прикол. Я только Супермен может только кушать, наверное, да? Ну конечно. А лучи тебя не берут, но удар берут. Ну короче, я 3 удара дал, 500 тысяч опять отдал. Как же вы беситесь. Ай. Метро, станция Соуч. The streets may seethe with criminals. Arkham's most dangerous inmates may have taken residence in our cherished landmarks, but it's business as usual for many citizens, demonstrating the resilience and can-do attitude which has seen Gotham City safely through similar crises in the past. Commuters have abandoned their cars and headed for the metro system, a reliable refuge from the what? Oh, what? I'm sorry. We're just getting news of a big explosion. Что-то происходит у станции, да, метро. Конечно. Не зря я туда пришел. Короче, она теперь не работает, она теперь закрыта. Угу. Восстал из мертвых. И все такие смотрят, ну блин, ну робот, подумаешь, это спецэффекты, да? Херак и Бэтмен победил, ты понимаешь? Хватило только... А Бэтмен хоть жив после этого? Как он после этого выжил, блин? Что за прикол? О, мы на станции метро. А это никак не сломается? Ага. Долго ломает, кстати, долго. Блин, мне надо что-то сломать такое, чтобы сделать костюм для Бэтмена, правильно? А, это из-за криптонита у него и лучи стали слабее, или что? Возможно, кстати. Возможно, возможно, все это. Интересно, я смогу убить Супермена? Так, еще, еще... Нет, все, не смогу. Уже проверил. Уже проверил, не смогу. Это невозможно. Даже когда он ослаблен. Знаешь, костюм где-то тут. Метро. А, и быть аккуратным, наверное, да? Или что, или как? Зачем? И что происходит? А что метро разбирается, собирается само по себе? Ага, вон, видишь, костюм. А, бру. В смысле, мне же для него надо и другой костюм. Нет? Кажется, меня дед наебали. Опа. А я видел, а я видел, а я видел, я видел. Только что опускалось. А, собака, троллит меня, троллит. Как мне вернуть электричество в обратную сторону? Роботы вылезли из-под земли, вот собаки. А успокойся, робот, пожалуйста, успокойся. А? А, тут Супермен есть, кстати. Вот тут можно. Что это дает? Что это дает? Не важно, что это дает, но оно что-то дает, точно. Ага. А теперь у меня электрический Бэтмен есть, да? Но он в воду не имеет права залазить, стопудово. Хоть он ток и проводит, но это будет жопа.
Так, значит, а зачем... Погоди, зачем мне сейчас электрика нужна здесь? Если бы... Супермен может спокойно... А реально, Супермен может спокойно сейчас оторвать вот это все и все. Типа, зачем я там электрику убирал тогда? Непорядок, непорядок. Пацаны, спокойно, спокойно. Пацаны. Вот так, все. А тут потайнушка, смотри, тут потайнушка. Блин, не пускаешь меня? А я прикол, не пускаю. Это тоже не сломать. Это тоже не сломать. Значит, вот это сломать. Точнее, потушить. А это не робот сам, случайно? Наверное, его часть. Да? Стопудово. Стопудово вентилятор какой-то был. Это стопудовая часть робота какого-то была. А Супермен ослаб из-за криптонита или что? Или он ненавидит криптонит, сказали? Ну, это, в принципе, мы знаем. А ну. Даже ослабший Супермен может все, что мог до этого. Но Бэтмен все же круче. Ага. Значит, это взрывной Бэтмен. Ага. Отвали. Готов. Что тут светится вообще? А блин, он реально медленнее стал, слабее, это заметно. Так, не тот. Он еще и приуныл чутка. Бля, там током фигачит. На! Тут тянусь стопудово, смотри. Ну, конечно. В смысле? А-а-а, понял. Так, пацаны, не стреляйте меня. Ну, пацаны. Ну, что ж вы делаете? Пацаны. А я с током долбану. Иди сюда. Опа, разобрал на части. На! Давай тебя тоже. Опа, разобрал на части. Что с тобой? Опа, разобрал на части. Вообще красиво, да? А тут заряд. И все, я не смогу разбирать никого. Скорее всего. Магнит. А, типа, нога не понравилась, чтобы мы смогли пройти дальше, да? Ага. И там, разумеется, взрывать теперь. Я не понял. А прыгать кто будет? А ты чё, сдох? Ну, подумаешь, тебя побили пару раз. Прыгать-то тоже надо. Ага, размечтался. Блин, короче, он долго по воде ходит, пришлось прыгать. А, спокойно. На. Блин, это ломать, наверное, надо, не? Не? Вот так сделать. Прикол, слушай, прикольно. А вот теперь уже ломать, да? И мы не пройдем. Это поезд сломался, да? А где пассажиры? Где люди? Где люди, которые ехали по этому поезду? А вот так надо пройти. Вот это сжечь. И что так долго? Вот это типа намек, что Супермен ослаб, да? Вот так долго он сжёгся. Чек-энд-поинт. Чекаем поинты, да? Окей. А, бля, работает. Это подъёк. Меня камера наёбнет. Пацаны, ну вы чё? Ну забыли, что у меня суперсильный костюм, что ли? Я не пойму. Ещё взрывать? Что так много? Да, он строит теперь, кстати, как обычный человек по скорости. Чё это такое? Да, блин, строй уже. Вот так, готово просто. Чё? А я чё, свет врубил? А нафиг я свет врубал там? Да смотри, здесь можно тоже что-то сломать. Вот так.
А, это деньги чисто даст, окей. Свободен. А, так. 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 А он сам сломался. Так. И вода появилась. Так. Пацаны, 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 давайте полечь, пацаны. Мы тебе не пройдем, да? Я прошу. А, понял. Все, теперь я понял, зачем это нам надо. А зачем цветок, я не понял. А, тихо, он не умер. Где мой супер? Супер, вернись, пожалуйста. Ой, долбоёб! А я что говорю? Долбоёб, долбоёб. Все? Там вроде бы, можно лезть. Еще не так, что-то не нравится. Бэтмен, ты чего там стоишь? Тебе что тут летать, блин, надо. Не Супермен уж. Супермен же не умеет летать. Что такое? А, это поезд отключает, да? Ага. Зато другой поедет. Не? Так, это ему лестница. А зачем нам сюда тогда? Ну и долго ж ты там жаришь. Караул. Так нафига оно нам? Вытянуть поезд, чтобы пройти дальше? Или там секретка какая-то? Ага! Дал спиздил поезд. Логично. Логично, логично. А нафиг ты его туда выкинул? Ты типа мне помог или как? Я не понял. Так, смотри, я вижу там чувака налево, значит мне налево. Конечно, возможно, мне показалось, это была чувиха, а не чувак. Но не важно. Сильно роли не играет. Возможно, что будет что-то в поезде, да? Блин, там что-то видно, да? А, это просто отражение, ладно. Супермен не может летать из-за криптонита. А, это понятно. Я понял. А если я перелечу? А ты что, не даешь мне перелететь? Что за прикол? А если я хочу туда перелететь? Вот собака не дает, ладно. Что-то происходит. Что-то очень интересно происходит. Вода. Это он мне типа сломал. Я здесь не залезу никак, да? И вот нужен криптонит, а криптонита нет. Точнее наоборот, криптонит здесь нафиг не нужен. А раз, два. Лево, право. Поворот. Мы танцуем оп и оп. Ага. Я не понял. Так, понял. Пацаны отходят, я тушу. А Бэтмена тоже надо было заморозить, чтобы он не лез в огонь. Раньше времени, разумеется. Так, чё, Бэтмен, теперь можешь вылазить. Давай. Вот так. Да иди ты уже. Катается он. Не накатался. Няу, ой, все. А чё ты упал? Чуть не долетел-то. Такое чувство, как будто, знаешь, в полете что-то ему помешало, он врезался, фиг поймешь, что. Няу, оп. А, я просто, да, реально, я в сторону, видать, долетел, и все. Няу. Пацаны, ебут. Не надо так делать. Капец, у него руки дрожат. Так значит, там надо только выключить, да? Перед тем, как лететь. А я ж его не выключу. Как просто. Тихо, не надо. Не надо. Супермен нужен. В плане Супермен нужен. А зачем Супермен нужен? А, X-Ray нужен, понял. Так, стой, тут 10 тысяч. А, нет, тут 1000 всего лишь, ну не важно. Пойдет.
Типа все выключил, да? Ага. Все-таки было бы интереснее, если бы добавили больше мест, где надо думать, там включил, там выключил, там включил, там выключил. А то по большей части здесь процентов 70 вот такой вот фигни. Даже больше, 80, наверное, или 90 даже процентов вот этой фигни. А ты тупо нажимаешь все по одному разу, и оно готовится. Не считается готовым. Опять рука. О, меня достали. Типа на следующий уровень выкинули. Спасибо. Ну я типа могу вырваться, да? Бэтмен, наверное, не вырвется, но я вырвусь. Я же Супермен. Хотя я за Бэтмена должен играть по большей части. Опять двуликий. Бля, понял. Бля, понял, кажется. Прикол понял. Это же потайнушка, наверное. Стопудово. Стопудово это потайнушка. Стопудово, бля. Почему-то я не могу ничего с ней сделать. Допустим, затушу. Мне что-то даст? Вряд ли он мне что-то даст такое интересное. Но все же, я буду тушить. Бля, как дед ходит, ля. Согнулся уже, капец. Согнулся некуда нет. Я потушил все, что смог. Я молодец. Так, наверху вижу что-то. О, мы к роботу почти добрались, слушай. Почти добрались к роботу. Что это такое? А, направо, направо что-то жечь надо. Направо что-то жечь надо. Не знаю что, но что-то надо. Опусти. Вот сюда. Кажется, я зря это ломаю, мне это не надо вообще. Ну так а что мне тут показывало жечь-то надо? Ты куда полетел? Пародия на Супермена это плохо. Ребят, не пародируйте Супермена, потому что вы не он. А, руку ему сжечь надо. Чё ты её? Меня смущают эти часы всё-таки. Я хочу попробовать. Я хочу попробовать всё-таки бахнуть вот сюда. А ну? Нет? А чё? А ну погоди. Во-первых, подошли к коробке. Хорошо. Во-вторых, надо зажарить. Ага. Всё. И чё? Сейчас ты упали. А нафига? Неизвестно. Ну смотри, типа жарю, но не жарится. А, вот это надо было сначала. Ты чё бьёшь, дурак? Бомбит. Не мешай мне работать, пожалуйста. Он всё медленнее и медленнее жарит, слушай. Хоп-хоп. Только не надо. Только мне надо бить. Погоди, погоди, погоди. Я ж медленно жарю, не надо мешать. Сейчас, сейчас, зажарю до да, хорошей корочки, блестящей вообще. Вот, мягкой вообще. Вот где-то вот, ну, блин, шашлык шашлыком. Не важно, что это робот. Не важно, он железо или золото. Значит, я сделаю из него шашлык. На шампур насажу. И съем. У тебя тоже знак вопроса сейчас будет, не? Нет. На! Ого, улетел. Ну мы типа дальше пошли, но у нас сервис сейчас закончится, не? По идее. По идее, да. Чекпоинт. Давай, наверное, закончим. Чё бы нет. Оп, сломалось. Да, время вышло. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.